тренер Лисана Тяшева. Будить страну красиво мне помогут две потрясающие сексуальные команды. Это VIP танцевальный клуб. Здравствуйте, девочки. И группа «Трафик». Здравствуйте. Мужчины, мы делаем специально это для вас, потому что, ну, весна пришла. А как же весна придет без таких потрясающих женщин, без таких мини? Правильно? Предлагаю сегодня уделить паховой зоне, так сказать, упражнения, да? Потому что у всех вот хрустят, болят. Вот поэтому начнем вот с таких вот элементарных упражнений в одну сторону. Так сказать, чтобы разбудить ваш позитив. Ага, в другую сторону. Отлично. Теперь делаем вот так. При этом, дорогие женщины, втягиваем животики, опускаем плечики, потому что осанка, она должна быть всегда. Отлично. Левая нога. Молодцы. Мужчины, вы тоже присоединяйтесь. Вам это тоже нужно. Теперь, девочки, в другую сторону. Вот так делаем. Ага, вот так. То есть колено идет сюда. Вот так. Отлично. Другой ногой. Отлично. Отлично. Теперь встанем чуть-чуть полубоком. И все, что мы вот это вот намяли, нужно подкачать. Делаем гранд-батмана. Но не спешите делать их вот так. Это не нужно, толку не будет. Внутренними мышцами. Не обязательно делать шпагат. Это просто не надо. Делаем вот этими, кто как может. Девочки. Ага. И сразу вижу ошибку. Без вот этого замаха. Он не нужен. Сразу отсюда. Вот так. Молодцы. Колено прямое, опорное. Обратили вы, наверное, внимание, что я руками ничего не делаю. Руки должны быть фиксированы в сторону, потому что мы подкачиваем эти мышцы. Не всегда активная деятельность рук дает больше пользы, чем просто статика. Статика иногда даже полезнее. Отлично, в другую сторону. Носок по мере возможности тянем. Животы. Ага, вы делаете, а я пошла. Вот ты делаешь правильно, только живот втяни и колено не прогибай. Вот отлично. Да. И ручки напряги, чуть-чуть слабее. Так, колено. Зачем колено сгибаешь? Нельзя колено сгибать. Нельзя делать вот так. Вот это не надо. Можете вы бросить вот настолько, делайте так. Но главное, чтобы внутренние мышцы у нас работали, просыпались. Чтобы потом, когда массажисты вам делали массаж, не говорили, о боже мой, сколько целлюлита. На целлюлита можно работать. Как я вам сегодня показала, да? И еще сделаем назад 2-3 маха. Вот так. Не надо высоко. Главное стоять на опорной ноге. Втягивать живот. И работать задней поверхностью бедра. Нога, которой машем, не сгибается. Отлично. В другую сторону. Молодцы. Мне кажется, мы хорошо себя разбудили, возбудили и настроили. Дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, доброго вам дня. Самое главное, позитива. Целую. Пока.